Добрый день, зрители. В общем, сейчас это расскажу, что там с этой свискомуфтой, блин. Сейчас покажу, что на погрузчике намутил по-быстрому все. Ну, в общем, немного его грунтанул, потом покрасил. Вот. Что я тут еще сделал? Смотрите, если вертормашками ее переворачивать, сделал такие ролики, наоборот, можно перевернуть, и она будет, ну, грубо говоря, там метра 80 ездить на роликах, передвигаться. В общем, такая, ребятки, тема. Вот. Ну и все. А в общем, что с этой херней получилось? Ну, транспортные компании и водители от бога. В общем, заказал, 5 дней она ехала с Москвы. А в конечном итоге, ребята, эти клоуны там то ли в аварию попали. В общем, эту хрень опять вернули в Москву. И опять ждать сейчас 4 дня, сейчас перезаказывали. В общем, целая канитель. Вот. А тем временем, я не знаю, кто-то или из подписчиков дал номер телефона чуваку на тракторе. Тезка Валера. Я ему ковш заварил. Сейчас я его покажу. Валерчик. Передай привет подписчикам. Че ты не это молчи? Всем привет, спасибо большое. Вот. Валере, тезке, помог, выручил. Заварил, сейчас что покажу. В общем, у него вот здесь вот. Вот здесь вот отпала эта херня полностью. В общем, все это заново заварил, поставил латки. В общем, все четко. Сейчас едем кататься на тракторе. Это, Валера, ты ж лапы подыми. В общем, попроваривал ему, блин. Сейчас едем на тракторе летать. А, Валера мне говорит, когда на тракторе в крайний раз ездил. А когда? Вот, на погрузчике тоже трактор. Сейчас поедем. Ну, нормально, Валера, пойдет. Я думаю, отлично. Ну и все. Он так, я так вышел сразу с телефоном, он сразу раз и замер, да? Да, да ладно, я, блин. Я че... не блогер. Да я тоже не блогер, блин, че. Чего у тебя тут еще в тракторе есть? Рассказывай про трактор. В тракторе бардак. Слышишь, подожди, а где у тебя спидометр? У меня вот там тахометр вот там стоит. Тахометр вот он? Да. Тахометр это вот скрипастер, все, видишь, стоит. Все, я это... понял, я здесь понял. Здесь все на месте делаем, на объекте. Так-то было бы время дома. Так, а там что у тебя? Ну здесь вот тахометр. А, то, ну, блин. Ты рулюй давай. Прямо дальше не уедете. Тахометр, бак и температура коробки. И все, да? И ну да, это конечно не юмазик вам. Ну нормально, сколько он полоскает? Да хоть 35, как юмазик. 35? Да нет, нормально. В общем, посмотрите, сейчас машина при салфетке есть. В общем, носимся на тракторе. Вот такая, ребята, в общем, ерунда с этой вискомуфтой, блин. Сейчас перезаказали, блин. Ну, все как всегда. Ну, у меня работа, она всегда находит, блин. Ну, все, тогда Валера скажет, если отпадет, скажет... А? Если отпадет, скажет, вот это он наварил. Не-не-не, наварил там четко. Вопросов там никаких. Ну если только постараться, да. Не, ну так ты ж можешь убереться. Да, убереться рогом и газовать. Тогда уже. Че, а тут, слышь, а тут кондер, да? Ну кондер, да, я сам ставил. Подожди, так а у тебя что, коробка автомат? Ну, полуавтомат. А, полуавтомат. Я включаю и пошел, да? Да. В общем, щеголяем по Таганрогу на тракторе, блин. Нормально. Думали по-быстрому приварить, да? Не, нормально по-быстрому. Три часа. Часа три? Ну что, пришлось нам это. Пришлось нам запилить. Снимали полностью передний вот этот отвал. Вот. Потому что... Ну, сначала прихватили, я не стал там вначале показывать. Ну, то есть она полностью отпала. Сначала прихватили, выставили более-менее, ну, а потом обварили, замутили нормально. В общем, катаемся. Валера, куда мы едем? Может на Магадан? Можем через Магадан. А, через Магадан. На Крюса. На Крюса, да? 31, ну, на заводе. Ну, уже подъезжаем.
ты знаешь, он, как я тебе скажу, мягенько идет, да? Вот здесь вообще классно. У нас подушка. А, у тебя подушка, да? Накачивается. Накачал, могу спустить. И как бы помягче. Да? Так а что у тебя за это что? Это седмичка, да? Да. А, гад, катерпиллер? Да. А мотор? Мотор, ну там Перкинс идет, стоит. Изначально, ну, на картах Перкинса они, короче, пишут везде кат. А когда начинаешь ремонтировать, запчасти стерекса подходят со всего, ну, именно на мотор. Я понял. А вот братва загорает. Зерновозная. Ждут. У моря погоды. Кстати, тучи собираются. Ну, нормально, тут хомяков насобиралось. Нас... Элеватор близко, да? Да вот же, один и вон порт. Да, нет, нет, точно. Да ты видишь, какая толпа, блин. Нормальная, блин. Ты не близко там к обочине едешь? Да близко, засмотрелся. Что-то я ошиб. Маркер у меня крепкий, как я. Тем более поваренный, так что поваренный, да. Так что нормально, блин. А ты мой горку идем, у тебя же с горы хорошо едет. Летаем, летаем. Сейчас едем на объект к нему. Посмотрим, что он там. Так а вы что там тянете? Получается, вокруг завода ливневку. А, ливневки, да, ливневки надо. Вот это вот ямки, каждую ямку видишь. Слышишь, а вот этот трактор, ты не видел человека, который трактор сделал, что он сотку бегает там? А, смотрел, но это МТЗ, по-моему. Ну да, да. Вот это получается, да, вот, ливневку, да? Да, это вот вокруг завода все перекопали. Копаем, засыпаем, вот это раскапываем. Осталось кусок, ты сюда заезжаешь. Вот сюда? Да, вот. Мне надо соединиться. Вот. Там и боком, и раком. И вот этот кусок вот завтра докопаю. И все. Вот это получается мы все кубы проложили за 3 месяца. За три месяца? Ну, а мы работаем уже 2 раза в неделю. Вот так вот все поворачиваем. Да. Вот, они, говорят, даже засыпались. Засыпали? Здесь яма была. Ну, даже я приехал сегодня, посмотрел. Они думают, не, надо засыпать. Ну, в общем, такое вам, ребятки, кино. Давай, давай. В общем, такое, ребята, вам ты кино. Заедешь, да не хочу сейчас заехать. Я сейчас куда-нибудь заеду, смотри, блин. Сядь в кресло, попробуй. Это вообще элементарно. Не. Я тебе сейчас сразу передачу. Вот это? Да, руль на себя. Руль на себя. Все, как тебе удобно. Выше, педаль убирай. Все. Тормоза вот это, газулька это. Это вперед. Это назад. Вообще все. Класс. Там поднял чуть погрузчик. На это опустил, чтобы... Ну давай я на тормоз ложу. Да. Тормоз держи. Туда заедешь. Нет, это меня что, ты меня что, в трактористы записываешь? Да, это очень легко и класс. Вот это да, ребята, блин. Я уже на тракторе начал кататься, блин, а? Это что такое? Что за беспредел, блин? Что, поедем на тракторе покатаемся? Права есть, проблем нет. Так что можно летать, блин. А ну, он ездит. А, надо же скорость воткнуть. Ничтяк. Что-то он мне места мало оставил, блин. Сейчас я ему, блин. И свалил, блин. А куда его... А куда его ставить? Можешь крутануться, я так вот туда прижать. Все, да, давай, 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 давай. Че, мы на тракторе не сможем крутануться, блин. Да это трусы вообще. Да ты шо, по сравнению с ЮМАЗиком, блин, это, блин, песня.
Где он там показывал? Валера, а как теперь с него вылезти, блин? Ты меня скажи, а этот отвал опускается? Да, погрузчик вниз толкаешь, рычаг. Вот этот? Да, да, вниз. Все, и там два рычага сзади. Вот это? Да. Большие? Оба, да, это лапы. Вот это? Да, а к стеклу. Вот эти, или да, вот да. Эти? Не, это газулька. Можешь вот эти. Все нажимать, ничего не будет. Вот, это правая лапа. Оп, все, хорош. И эту тоже. Все, оп, хорош. Это потом вылазить тяжело. Все. Теперь все, педальку нажимаешь, руль убираешь. Да. А зачем ты меня учишь, я не пойму. Я не учу, потому нет, ты меня учишь-то зачем? Чтобы я на тракторе начал работать. Вот, знаешь, надо будет. Все, я вылазю, а то меня сейчас давай, заглушу. Заглуши, давай, я вылазю. А то сейчас меня начинают на тракторе уже показывать, как ездить, блин. Че, как? А что это за ключ у тебя упал? Вот это, маленький. Маленький. Это как кабина открывает, когда. Все, я пошел. А то меня уже трактористов тут начинают делать. В общем, все, ребятки. С меня уже начинают делать опять экскаваторщиков. Все, всем пока, до новых встреч.